Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam на обзоре мультимедийной системы на базе Android от компании Canbox для Lada Vesta. Модель Align с 9-дюймовым экраном. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, встает без щелей, без зазоров. Меняется вот эта лицевая панель. Рамка выполнена из черного глянцевого пластика. Очень хорошо вписалась в интерьер автомобиля. Штатные воздуховоды также переставляются. Все это функционирует, все работает. Кнопка аварийки переставляется, не залипает. Все также функционирует. Кнопки на руле также все подключили. Работают кнопки громкости. Кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. Кнопки переключения треков также работают. И кнопка Mute, которая быстро выключает звук. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. По внешним подключениям в бардачок выводятся USB-порты, которые поддерживают передачу данных. Сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. И также еще дополнительно выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо раздав лосс своего мобильного устройства через режим модема. Штатную камеру заднего вида также подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Здесь все осталось по штатному. Есть также еще настройки по яркости, цветности и контрастности. Линейка Align — это младшая линейка. У производителя Canbox достаточно бюджетные магнитолы, но при этом обладают всеми современными мультимедийными возможностями. Работает на операционной системе Android. Работает достаточно быстро, плавно, вполне удобно всем пользоваться. Доступен здесь магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены: Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, YouTube и многое другое. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки или для громкой связи. Доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. И множество других полезных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Изначально здесь была установлена магнитола с экраном, но при этом она не обладала никакими мультимедийными возможностями. Здесь же теперь они доступны. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!